А жемчуг Кубаса, Киамухта и Акапши – это название разных сортов абхазского винограда. Многие из них уже не взращиваются ни в самой Абхазии, ни за ее пределами. Однако тенденция современного виноделия ориентирована на восстановление старых и редких сортов винограда. Специалисты стараются популяризировать редкие виды, представляющие древнейшие культуры винограда. Важа Гатсиридзе на протяжении многих лет работал в Абхазии и сейчас старается, чтобы абхазские сорта винограда не были утеряны. В 2006 году он смог попасть в Абхазию и передать абхазам 15 коллекционных сортов абхазского винограда. В Абхазии достаточно видов винограда. В книге Михаила Бала «Виноградарство России», которая была издана в 1806 году, перечислены 65 сортов абхазского винограда. Но когда в конце 19 века в Грузии начались ампелографические исследования, абхазских сортов насчитали 35. Важа Гатсиридзе с сожалением отмечает, что сейчас эти сорта винограда в Абхазии для производства вина не используются. В свое время были созданы рассадники, но из-за конфликта дело было оставлено на полпути. Впрочем, Важа Гатсиридзе после войны смог побывать в Абхазии, где он ходил по селам и рассказывал местному населению, какой виноград, какого сорта, где рос. Самые лучшие сорта белого винограда – Авасирхуа и Хапшира, красного – Катити, Атвиш и Ажемчик. Из этих сортов делается вино, похожее на сапирави. Из 35 сортов абхазского винограда районировано 5, из 4 можно готовить вино, а 5-й – Ачкикиш, просто для стола. Из этих сортов винограда высококачественное вино получается. В Сагураму в рассаднике Джигаура 11 сортов абхазского винограда. Пока изготовили вино только из одного сорта – Ахардани. Получилось довольно хорошим. По оценкам экспертов, у этих сортов хороший потенциал для широкого использования. Самыми известными считаются 10-11 сортов абхазского винограда. У нас в коллекции есть эти виды, большинство из них красный виноград. Наша цель – сохранить и распространить эти сорта. Если кто-то заинтересуется, мы можем для них взрастить саженцы в ограниченном количестве. Кроме этого, мы исследуем биологические свойства винограда, в том числе и абхазских сортов. Хотим выяснить, какие особенности им характерны. Конечно, эти сорта не смогут полностью выявить те качества, которые свойственны им в привычной среде. Но все-таки мы сможем многое узнать.